Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор заказа с сайта Рандеву. Итак, поехали. Мне безумно нравится, как упаковывают заказы, вот чтобы что-то пришло там поврежденное или пробитое, но никогда такого не было. Здесь прям толстая-толстая пупырка, еще флакончики, которые могут протечь, тоже оборачивают дополнительно. Так, и что же у меня тут интересного? У меня тут много интересного, сейчас все достану и покажу. Что же у меня здесь? Ну, как всегда, моя любимая тушь L'Oréal. Я про нее вам много раз уже рассказывала. И покажу еще раз на ресничках, продублирую. Она меня устраивает абсолютно во всем. Ее силиконовая кисточка, то, как она удлиняет, то, как создает объем, и то, как не отпечатывается, особенно зимой, это очень актуально. Вот такую щетку зубную беру в первый раз, девчонки, взяла мужу, потому что мы с Ксюшкой пользуемся электрическими. Смотрите, тут такая интересная щетина. Это щетка корейская. Найтенс называется, наверное, как-то так. Но вообще это корейский бренд, вот Made in Korea. Интересное. Он у нас никак не хочет пользоваться папой, я имею в виду, электрическими, поэтому ему берем такие. Дальше у меня здесь два дейзика фаз, захотелось именно такие. Это фреш, по-моему, с лаймом. Да, лайм и кокос. И вот такой вот фиджи. Сейчас попробую. И вот такой ополаскиватель для полости рта Сплат. Я вообще бренд Сплат очень люблю. И здесь у нас именно с травами. Смотрите, энергия растений для здоровья десен и зубов. 98% натурального происхождения. Кто пробовал, напишите, как вам. Когда положили подарочки, вот такой вот крем роза, интересный, еще не пробовала такой, ничего не могу сказать. И вот такой вот пробничек интересной водички, называется как-то Angeline, Make My Day. Не пробовала тоже, сейчас попробуем вместе с вами. Взяла корейские патчи, это бренд Consli, вообще мне бренд Consli очень импонирует, у них достаточно бюджетная косметика. Маленькие ручки, 4 дейзики. Достаточно бюджетная косметика. И вот эти патчи тоже бюджетные. Очень хочется попробовать. Сейчас распакуем, посмотрим. Дальше взяла вот такой вот спонжик. Деваль. Интересно будет потестировать. Спонжики пора уже все менять, все уже старые. И краску свою любимую, которую и тонируюсь, и крашусь. Но у меня 8.1 плюс 8.16 или 8.61. Estelle Princess. Вот, у меня 8,16 и 8,61 много, а вот 8,1 закончилась, это чистый пепельный оттенок, я ее докупила. Вот такой буклетик вкладывают, я вам всегда рассказываю, что на Рандеву платят баллы за отзывы, то есть за честные отзывы, не обязательно 5 звезд ставить, не обязательно там какой-то хвалебный писать. Понравилось, не понравилось, пишите, получаете баллы за отзыв, потом их списываете, 1 балл равен 1 рублю в оплату следующих заказов. Баллов дают прилично, то есть это очень выгодно, как накопительная система скидок практически работает, поэтому люблю, обожаю. Так, ну что, давайте открывать патчи, смотреть. Патчи вообще прикольненькие, они такие сиреневые, видно, что толстенькие, сейчас одену я как раз только из душа. И у них несколько их видов, и именно вот эти, это патчи с экстрактом морского конька. Я выбрала, у них, по-моему, 4 вида, если я не ошибаюсь, было на сайте представлено, выбрала. Кстати, потестила парфюм, он на молекулу похож. Причем на молекулу роз. Есть вот эта вот смоляная какая-то нотка, интересный парфюм. Не могу сказать, что я от него в восторге, но он начинает как-то шлейфить притягательно. Прям вот интересно. Кстати, еще вот такая лопаточка в пакетике была. Ну, тут, как всегда, 60 штук. И стоили, я не помню, сколько накладная в коробке у нас, сейчас гляну. Смотрела, 1040 рублей. Но с учетом вот как раз скидочных баллов вышло очень выгодно. Так, давайте надевать. Слушайте, ну они такие прям вот толстенькие. Классные, красивые, мне нравятся. Но об эффекте пока говорить рано. Буду пользоваться. У меня все патчи практически позаканчивались как раз... А я обычно все храню в холодильнике, чтобы еще вот такой вот хорошенький, бодрящий, противоотечный эффект был с утра. Но толстенький, прям вот гидрогель такой толстый, плотный, мне это нравится. Вот пока они у меня на лице еще не сползают. Хотя напитаны хорошо, а аромат у них такой еле уловимый, приятный. Посмотрим. По поводу патчи, короче, сейчас будем проверять. Знаете что? Они все там, 4 вида, обладают разным действием. Здесь у нас... устраняет отечность, темные круги под глазами, стимулирует микроциркуляцию крови, тонизирует обновление. В общем, противоотечный. Тут кофеинчик есть, экстракт бамбука, грейпфрутовые косточки и ниацинамид, который избавляет от темных кругов под глазами. О, как интересно. Будем наблюдать. До ополаскивателя это прям бомба. У меня аж вяжет сейчас во рту. Здесь эфирное масло герани. Он очень мощный, девчонки. Ух, вообще, не разбавляйте, полощите в течение 1 минуты, затем выплюйте. Он очень мощный, и прям чувствуются вот эти вот
натуральные эфирные масла. Мне кажется, здесь кора дуба, что ли, есть. Не знаю, немножко как будто вяжет. Очень много мерты, но она какая-то тоже натуральная. Не знаю, не как вот выполаскиватель, допустим, вот Faberlic, потом какой еще Colgate. Я даже не пойму, за счет чего. Осветляет эмаль, даже пишет. Поддерживает местный иммунитет. Ну, в общем, мощный. Действительно мощный. Прям чувствуются вот эти вот травы, их натуральность. Обжигает, но не сильно, вроде как, нормально. Но прям так вяжет. Какой-то вяжущий эффект во рту. Какой-то прям... То есть, если у кого десны воспалены, мне кажется, вообще будет классно. Здоровье десен и зубов, да. В общем, прикольно. Мне понравилось. Ну, мощно, очень мощно. Кстати, да, герань вот эта цветущая здесь нарисована на флакончике. Я помню, у меня у бабушки такая была. Фу. Ну, что хочу сказать после первого раза по патчам. Мне понравилось. Мне пока очень понравилось. Действительно подсогналась отечность, потому что она у меня с утра была. И разгладилась. Вот прям разгладилась, вижу это. Разгладилась, где патч был. Я прям вот к зеркалу подошла, я увидела это место. То есть разглаживает хорошо. Буду дальше смотреть, наблюдать, пока нравится. А сейчас хочу попробовать как раз нанести крем вот этот. Розовый. Что это за бренд у нас? Skin House. Слушайте, какой хороший крем. Вот прям как бальзам на душу, если честно. Такой питательный, плотный. В то же время вот чувствуется, что кожа напитанная сразу после него. И нет тяжести, нет блеска, но напитанная, разглаженная и немножко заблюренная. Мне очень понравилось. Сейчас будем наносить макияж, попробую новый спонж. Вот так выглядит щеточка. Распаковали ее. Кстати, прикольно. Смотрите, тут здесь все вот эти ворсинки, они разной длины. Прикольно, между зубками должна хорошо такая щетка чистить. Ручка силиконовая. Очень-очень удобненькая. Фокус не хочет. Классная. И вот так выглядит тушь. Называется она Volume Million Lashes. Вот такая вот зелененькая. Смотрите, какая у нее классная кисточка. Такая вот она изогнутая. И здесь вот эти силиконовые ворсинки, они все разной длины. Очень классно. И пооткручивает, и все. Ну вот не могу придраться, придраться не к чему. Поэтому... Да. Вот он красавчик. Мне нравится, кстати, вот этот вот для него чехольчик, вот этот контейнер для него. Сейчас намочу, посмотрим, как размокнет. Такой красавчик, даже не влез. Сильно так увеличился в размерах. И тут вот в контейнере есть дырочки. То есть, если мы влажно положим, ничего с ним не случится, как бы будет момент проветривания. Что, мои хорошие, сделала макияж. Спонж очень понравился, классный. С ним удобно работать, все здорово, все замечательно. Ну и вот, собственно говоря, тушь. Вы видите в действии. Конечно, она для меня самая лучшая. Просто потрясающе. Это два слоя. Она не отпечатывается. Она делает эффект вау, эффект драмы. Прям, ну класс же. Огонь. Поэтому только она пока. Даже не хочу ничего другого пробовать. Так, ну вот такой у нас с вами получился заказик небольшой, но интересный. Промокод на скидку 10%, как всегда, оставляю под видео. Ссылочки актуальные все тоже. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.